Мало кто знает, кто такой Магну Мало... Опуслами. Так поэтому хотелось бы какой-то. Дай более полный портрет своей жизни, потому что у людей всегда одни и те же вопросы. Кто ты такой? Откуда у тебя деньги? Знаешь, откуда ты взялся? Я вот. недавно на Ютубе видел, видел видео, которое 5. Пять... Нет, не 5. Ну, года 3 уже висит там типа самые загадочные рэперы России. Я там, вижу... типа, Магнум опус, Бабанвида и там топовый какой-то подбор людей. Подбор просто ебанутый, да. И, короче, очень сложно сказать, меня зовут. Вот так вот меня зовут, вот мой год рождения, мне скрывать от людей нечего. Я плачу налоги. Все хорошо? Все четко написано, Все четко. Я рэпер. Но при этом рэп очень долго воспринимался как хобби, вплоть до буквально прошлого года, позапрошлого, когда реально стали понимать, что в этом есть что-то.